Всем привет, с вами Skiff Music, меня зовут Алексей, в моих руках электрогитара Schecter C7 Deluxe в черном матовом цвете. Это семиструнный суперстрат, корпус которого сделан из липы, гриф из клена, накладка на гриф палисандр. По электронике здесь стоит два хамбакера, трехпозиционный переключатель, ручка тона и ручка громкости. Давайте послушаем, как она звучит на чистом звуке. И теперь давайте послушаем перегруженный канал. Страшная злючая гитара подойдет для тебя как первый инструмент, если ты хочешь играть тяжелую музыку и начать это хочешь с инструмента хорошего уровня. Поэтому можешь смело приобретать эту гитару и помни, гитара — это про счастье.